Ну, здравствуйте, уважаемые читатели портала lifehacker.ru в целом и моего блога в частности. Меня зовут Андрей Осаченко, и мы продолжаем наш цикл репортажей из замечательной страны под названием Канада. Сегодняшняя часть моего видеоблога будет посвящена тому, как голкипер, основной голкипер команды Pittsburgh Penguins, последних обладателей Кубка Стэнли, приехал в свой родной город под названием Сорель. Для краткости будем называть его так. Здесь родился Марк-Андре Флюри. Мы находимся в парке, название которого переводится дословно «вид на реку». Ну, если вы посмотрите в ту сторону, вы поймете, собственно говоря, почему он так называется. Вот нам улыбаются местные люди. Кросби Эллингер. Немного, наверное, стоит рассказать о самом городе, потому что сейчас мы не познакомились несколько поближе, пока сюда шли делать этот репортаж. Население города всего у нас составляет 300 тысяч жителей. Когда мы шли по нему, улица абсолютно пустая, никого нет вообще. То есть даже было трудновато спросить дорогу, куда нам, собственно говоря, идти. Что следует ответить, это находится порядка 80-90 километров где-то так от Монреаля. И здесь уже, если поднимать статистику, 97% и 97,5% народных средств говорят только на французском языке. Более того, людей, которые уже говорят здесь на английском языке, только на английском и на французском общении, говорят меньше, чем тех, кто разговаривает на каком-либо другом языке, исключая французский и английский. То есть, ну, видимо, я не знаю, может быть, здесь какой-то комьюнити латиносов есть или что-то в этом духе. Не знаю, но английской речи абсолютно не слышал. С нами в автобусе ехал человек в майке Кросби, явно за тем же самым, что и мы. Он говорит только по-английски, и вот выйдя из автобуса, мы после этого вы уже не видели. Видимо, человек потерялся. Не знаю, как будет дорогу снять, потому что по-английски здесь не изъясняется ни одна живая душа, по-моему. Я хочу сказать, что сейчас время без 5:03, само шоу откроется в 3 часа, и в 4 часа приедет, собственно говоря, главное его действующее лицо, Марк-Андре, с Кубком Стэнли, сделает вступительную речь. И с 4:30 начнется фотосессия. Фотосессия происходит по принципу, в отличие от того же Криса Летанга или Максима Тальбо, ее главное отличие в том, что она бесплатная. Платить не надо, кто первый пришел, тот и сфоткался. Он здесь будет до 7:30, кто успеет, тот и сфоткался. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на очередь, которая уже образовалась. Я напоминаю, то есть до начала фотосессии 1,5 часа. Видите, это только начало. Сейчас мы вам покажем, как это все выглядит. Насколько велика эта очередь? Можно как-то сделать? Я понимаю, тут елки стоят, не очень видно, но все равно. Чтобы просто показать всю эту гигантскую махину. И она продолжается. Сейчас мы пойдем посмотрим, собственно говоря, докуда она идет. Там установлена сцена. Пока что ничего не происходит, но к сцене уже не пробиться. Уже там уже стоят люди, уже люди приехали на инвалидных креслах. В общем-то, теперь мне понятно, почему мы никого не видели, когда шли сюда. Весь город, собственно говоря, уже здесь. По крайней мере, я это понимаю так, да, людей очень много. Я думаю, что, возможно, будет побит рекорд даже, рекорд парада Максима Тальбо. Там собралось 10 тысяч человек, здесь, видимо, будет больше. Вот, собственно говоря, и сцена, где все будет происходить. Я вынужден немножко повысить голос, потому что музыка очень громко играет. Вот так все дело выглядит. Слева от вас разливают пиво, как можете видеть. Две, ну, симпатичные девушки, скажем так. В общем-то, вот. Я думаю, вступительное слово на этом можно заканчивать. Мы будем ждать развития событий. Еще самое интересное, естественно, будет. Мы по-прежнему ждем прибытия Марк-Андре Флюри в его родной город Сорель. А пока он где-то в пути, там уже начинается представление, начинается музыка. Но на что и почему показываем именно с этого места, именно вот чтобы вы обратили внимание, как выглядит эта очередь и куда она идет. Мы так посчитали, здесь примерно сейчас располагается 1,5-2 тысячи человек. И хочу сказать только одно. Вчера на аналогичное представление Криса Летанга пожаловало всего 2 тысячи человек. И ну где-то половина из них ушла, в общем-то, ни с чем. Они так и не смогли с ним сфотографироваться. Здесь уже примерно та же сумма набралась. И напоминаю, прибытие его рассчитывается примерно где-то через час, минут, может быть, через 40, где-то так. Вот такие дела происходят. А еще на что хотел обратить бы внимание, это детские рисунки, которые располагаются по ограде вдоль набережной. По-моему, достаточно любопытно, интересно и в какой-то степени даже, наверное, необычно.
Вот так вот, продолжаем. Он находится, похоже, под угрозой взрыва, на нас надвигает самый настоящий ураган, если посмотрим в ту сторону, от стороны Монреаля на нас надвигается просто гигантская туча, и по этой причине сейчас даже было, ну, на несколько минут прерывать концерт, потому что, ну, у ударника просто падала ураган, барабанная установка из-за этого. Так что я не знаю, насколько бьется положено, вообще поднимаются гиганты, какие-то все, что накрывают, все собирают. Массовая истерия начинается. Будем надеяться, что все обойдется. Parce qu'on a les deux meilleurs joueurs dans le tout monde. Et il a dit, on a aussi le meilleur gardien de but au monde. Il vient de Sorel! Merci tout le monde. Il va vous parler, ça sera pas long, là. Ça sera pas long. D'abord, rapidement, le député de Bas-Richelieu, Nicolas Bécancourt, monsieur Louis Plamondon. Je suis très heureux d'être avec vous également pour rendre hommage à Marc-André, quelle fierté pour la région Sorel-Tracy avec la Coupe Stanley, par son talent, par l'appui de sa famille et également son désir constant de réussir. C'est un homme à admirer et c'est un homme surtout pour les jeunes qui sont devant moi. Là. Faites le chemin qu'il a fait et vous réussirez aussi dans la vie. C'est un exemple pour nos jeunes et pour tous ceux qui veulent un jour atteindre les sommets. Marc-André, je me suis promené un peu partout au Québec et à chaque fois qu'on me demandait d'où venez-vous, je disais je viens de la ville de Marc-André Fleury. Et tout le monde se mettait à rire et s'émerveillait. À quel point on voit que Marc-André est un ambassadeur exceptionnel pour notre région. Vous savez, le 4 septembre, je fêterai mes 25 ans de vie politique ici même dans ce site. Je vous invite tous et je vous prédis que Marc-André Fleury deviendra le premier gardien de but de la Ligue nationale à faire 25 ans de carrière également. Bonne journée à tous!